Всем привет! Меня зовут Ирина Маркелова, и я являюсь участницей суперкопилки с 24 октября 2019 года. Уже будет скоро год. В суперкопилке можно зарабатывать четырьмя способами. Первый способ – на партнерской программе, приглашая новых участников. Второй способ – как раз-таки закольцовка. Вы выстраиваете с помощью консультанта пассивный доход. Третий способ. Вам платят за видеоотзывы, за фотоотзывы и просто за текстовые отзывы. Вы создаете программы и получаете с процентами еще больше денег. И четвертый способ. Вы можете стать консультантом в консалтинговом центре, либо просто устроиться за зарплату и стать сотрудником суперкопилки. Подробнее ты можешь узнать на главной сайта в разделе «Вакансии». И смотрите, мне дали $23 за то, что я опубликовала свой фотоотзыв с покупкой «Казан». Мне дали $23. Это еще один из способов заработка в суперкопилке. Карма у меня в кабинете сейчас 48. Карма была у меня 48. Я создала из этих денег с предоплаты программу взаимного финансирования и подняла свою карму до 50%. Я каждую неделю поднимаю с помощью партнеров и с помощью создания программ взаимного финансирования себе карму на 25%. Чтобы к адаптации у меня была карма не менее 100%. Вот это вот один из способов, как можно здесь зарабатывать. И доступно к выводу у меня $16. Смотрим, на следующей неделе у меня уже будет выплата 104. Значит, эти деньги, $16, я могу благополучно вывести. А завтра уже воскресенье. Вот такие способы дохода в суперкопилке. А работает суперкопилка с 2013 года, уже проверено временем. Выбирай, какой способ тебе наиболее интересен. А может быть два способа, а может быть три. Или все сразу принесут тебе гораздо больше денег. Больше. Столько, сколько ты сам этого хочешь. А я с вами прощаюсь. До следующих видео. Пока-пока!